на самом деле. Каждый сам за начался. Идеально было бы найти какой-то нормальный прицельчик. Привет, Думка, я время нашел тебя посмотреть. Привет, MNQ, спасибо. Это очень здорово, что ты пришел. Ребят, зовите друзей, может быть, у кого-то не появилось оповещение. Ну, вы знаете, как сейчас работает. Могут и не появиться оповещения. Ну что, какие варианты? Реально бы нам, конечно, тачулю какую-нибудь залутать. Как бы самый хороший варик. Сейчас будем, наверное, работать в этом направлении. Давно донатил в игру года. В игру года, не помню, очень давно, по-моему, донатил, когда покупал скин вот этот вот, ну, там была сабля, как катана, и скин вот последний раз тогда, по-моему. Дум есть. Я ставлю фото, потому что они в катке. Во время падения на парашюты нажми Alt F4 по прежнему локации, тебе, конечно, не советую, но это для чате. Ну, я знаю, что делает комбинация клавиш Alt F4. Но на самом деле ничего страшного не будет. Ну окей, типа, свернешь ты игру, вылетишь с игры, я не думаю, что это так. Второй рюкзачок. Неплохо, я куда-то попал, тут в принципе народу так не очень много, можно полутать. Окей. Я собираюсь кидать грены, потому что они зачастую... О, слушайте, на снопу нашел фламигаз. Лучше бы, конечно, на самом деле, это был бы какой-нибудь груз. Но потом, мне кажется, поценнее будет снопа. Пламик. Ну, пламик тоже хорошо, потому что когда у тебя ничего нету. Сегодня мы, кстати, наверное, будем новую технологию применять, по крайней мере, попробую заходить в зоне, то есть о чем я говорю. Обычно я сажусь в какой-нибудь дом, и там пинкирую как бог, делаю фраги, естественно. Сегодня, думаю, наверное, пойти в зоне. Патрончик. В принципе, дробовик. Блин, дробовик бы тоже, конечно, неплохо. Да, слушайте, хорошие луты такие. В нормальном месте, в принципе, тут особо никого нет. И довольно много айтемов. Но мне идеально как бы тащули. Но с другой стороны, зачем мне тащули, если я все равно собираюсь идти от зоны. Опять же вопрос. Не знаю, надо что-то думать, короче. Я пока не знаю, не могу определить, в принципе, тачили. Но опять же, пока я буду кататься на тачили, я буду привлекать чертовски много внимания. Ага, это не рабочая тачуля, окей. Небольшой факапчик от Думчика. Если бы тебе вернули все задачные в нашу любимую игру, ты бы бросил играть в нее. Ну я не знаю, я не очень. Я, наверное, не готов играть в Warface. Warface, конечно, не такая классная шума, чтобы прямо бросить играть. Я не столько донатил на самом деле, ты думаешь. Я не донатил там 100-200 тысяч рублей, как некоторые там донатили. Нет, у меня таких донатов в игру не было никогда. Поэтому глупо на самом деле. Есть одна игра, из которой я бы забрал свои донаты. Я в нее не играю, но донатил нормально в свое время. Я бы забрал оттуда донаты. Это такая игра вообще браузерная просто. Просто браузер какой-то. Ну как графическое оформление. Картинки все. Найти хорошее. Не знаю что. Что я хочу. Нормальный дробовичок мне нужен. Или мне нужен какой-нибудь топовый прицел. Где взять? Вот, черт возьми.
Не знаю, ребят. Здорово, стримчик начал, я как раз с работы пришел, удачно в стриму. Привет, Ром. Забить друзей. Риот, тюряга. Нет, такая она вообще для мобильности. Не очень интересно, на самом деле. Но в тюряге я, кстати, не играю. Да, нет. У нас с вами и так у всех есть шанс поиграть в тюрягу, причем в реальную. Рано или поздно. Да, тут еще что-то не заканчивается. Не. Выживальческие игры, да? Да, ну, это неприятно. Ну, вот есть... Бля, ну вот это дилемма, да? Мой любимый дробовик. И М-ка. Какой же я дурак, а? Ребят, я просто идиот, но я делаю ставку на дробовик. Может быть, кому-то... О, военник третий! Оперный театр! Бог